Музыкальный проект «Любовь рядом». Музыка Николай Павлов. Слова костромская поэтесса Людмила Кораблева. На свете люди. Всех уже стали слышу разговоры, мол, честных нищий напрасный труд, что под халимы взяточники воры, на свете припеваючи живут. Настало теперь такое время, за деньги купят все и продадут. Знакомства только выгодные ценят, и взятки с удовольствием берут. Но на свете люди добрые живут. Они не предадут и не изменят, и обиды тебя уберегут. И искренность они, как прежде, ценят и дружбу, и любовь, и честный труд. Не просто им живется, этим людям борьба за справедливость нелегка, но правда им жить на свете будет, и будет жить добро наверняка. Добро наверняка, наверняка. Добро наверняка, наверняка. Хоть дыма без огня и не бывает, печально доля истины здесь есть. Меня те разговоры раздражают, я знаю, не такие люди есть. Не верьте этим глупым разговорам, не слушайте их, мало ли что врут. Ведь слухам тем назло наперекор им, на свете люди добрые живут. На свете люди добрые живут. Они не предадут и не изменят, и обиды тебя уберегут. Искренность они, как прежде, ценят и дружбу, и любовь, и честный труд. Не просто им живется, этим людям борьба за справедливость нелегка, но правда им жить на свете будет, и будет жить добро наверняка. Добро наверняка, наверняка. Добро наверняка, наверняка. Добро наверняка, наверняка.